Из лестничных маршей торчат ржавые металлические пруты. Бетон обваливается, в покрытии образуются трещины. Сейчас мост представляет собой довольно унылое зрелище. Многие куряне по ветхим конструкциям идут с опаской. Как вы оцените состояние этого моста? Неудовлетворительное и требующее ремонта. Что именно вам не нравится? Состояние асфальтового покрытия, порожки, состояние парапетов. Не подняться. Тот раз зимой здесь я проезжал на скутере. Тут бабка одна по этой стороне же упала зимой. Не чистят, не ухаживают вообще. А бабушка травмы получила при падении? Я даже не знаю, не видел, но, скорее всего, ногу она подвернула. Он как бы уже подразваливается, и когда по нем проходишь, начинается вибрация, чувствуется, то бишь уже требует ремонта. Хотя бы лестницу сделали, потому что спускаться было невозможно, но и то деревянное, ну, как-то такой вариант себе. Надеемся, скоро все исправят. Мост построили более 30 лет назад. За это время он не видел ни одного капитального ремонта. Теперь его ждут серьезные преобразования. Предусмотрели замену лестничных маршей полностью, новый железобетон поставить, ремонт балок мостовых частичный. Часть балок в хорошем состоянии, часть подлежат ремонту. Немножко ограждения захватываем, ну и делаем декоративную подсветку арочную. Мост пользуется большой популярностью у молодоженов. Самые надежные крепления здесь, пожалуй, на так называемых замках любви. Чтобы не разрушать семейное счастье, наверное, действительно надо будет при производстве капитального ремонта постараться сохранить замки. Может быть, кому-то это поможет. Капитальный ремонт начнется после того, как проект пройдет экспертизу. Общая стоимость работ превысит 11 миллионов рублей. Станислав Костиков, Роман Федорков. События дня.